Получите, пожалуйста, сухарики и воду для крестного хода. Сегодня костяк, мы предполагаем, что костяк будет составлять от 30 до 50 человек, а в верхотуре уже придут 250-300. Я написал стихотворение к этому ходу, так? Крестный ход от Екатеринбурга до Верхотурья. Чтоб душ спасенья обрести, идем к божественным святыням. Нам надо длинный путь пройти, там, где паломники ходили. Мы отреклись от суеты, в пути довольствуемся малым. Нам благо жизни не нужны, молитва нам приносит радость. Мы, как паломники, идем святой старинною дорогой. 100 лет назад здесь люди шли, по их пути идем мы строго. Немало храмов впереди нас встретят звоном благовестным. До цели мы должны дойти. Поможет в том Господь, конечно. Вас не пугают вот погодные условия? Нет. Вы знаете, англичане говорят, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Я экипирован так. Вот сейчас вот ливень начнется, я сбрасываю рюкзак, у меня там пленка сначала одену, потом непромокаемый костюм, калошки, все, и я могу идти хоть 24 часа дождь. Вообще буду сухой и идти под дождем. Святая великомученица Екатерина, моли Бога о нас. Это хорошо. Святая